По динамике бит-процесса в целом по Российской Федерации в последние дни предыдущего года и в первую декаду года уже нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения. И за последние сутки зарегистрировано 22 934 случая. При этом ситуация по регионам остается различной, от 2 на 100 тысяч населения в сутки до 50 на 100 тысяч населения в некоторых регионах. Снижение на 16% количества госпитализированных пациентов мы также наблюдаем за прошедший период. И снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 в январе. При том, что в декабре этот показатель составлял от 1,2% до 0,9%. Также снижается и показатель репродукции в течение первой декады. Он составил меньше единицы в 76 субъектах Российской Федерации, то есть на преимущественной территории нашей страны. И хочу обратить внимание на то, что среди профессиональных групп также наблюдается снижение, за исключением работников торговли, что связано с их вовлечением в активный производственный и, к сожалению, эпидемический процесс в эти праздничные дни. В целом по интенсивности эпид-процесса, по оценке в субъектах, 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 в стадии стабилизации и 2 субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост.